коллеги, студенты, поздравляю вас с международным, это международный день космонавтики. В 1961 году, 12 апреля, была открыта космическая эра истории человечества. Этот день был официально признан как праздник сначала в нашей стране в 1962 году, а потом он стал отмечаться во всем мире с 1968 года. И мы особенно горды тем, что открыл эту эру человек, наш, так сказать, русский человек Юрий Алексеевич Гагарин. С его вот такой вот милой улыбкой, сказав «поехали», он открыл дверь в неизвестное. И что такое тогда космонавтика? Это в то время только-только самолеты реактивные начали как 10 лет летать. А ракеты, они через раз, так сказать, за бугор, говорят, летали, да, то есть разбивались. И вот в это время советскими конструкторами была разработана техника, которая позволила доказать, что Советский Союз, несмотря на все испытания и разруху, которые прошел через войну, вот, является страной, где возможно осуществить самые смелые и грандиозные проекты, в том числе и технические. Военмех, правильно было сказано, имеет непосредственное отношение к этому событию. Уже при подготовке этого полета уже участвовали выпускники военмеха в этом событий. И сейчас мы также продолжаем эту традицию, и наши выпускники работают в ракетно-космической сфере и даже становятся космонавтами. Пока что их 5, но будет, скорее всего, и больше. Поздравляю вас еще раз с этим праздником. Желаю вас крепить эти славные традиции, держать знамя военмеха, как и положено.